Вчера мы с мужем в 8 вечера, он мне говорит, давай, мы съездим на Джентала в дорогу. Мы 45 минут потратили это с биофабрики, и просто чтобы через Джентолаб выехать в старый город, потому что дороги там нету. Нету. Вы эксперимент решили поставить и посмотреть, как вы будете каждый день ездить? Да, мы ездим в гимназию, я же говорю, мы 45 минут потратили только до старого города, то есть там можно просто колеса оставить.